Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Ясон, и добро пожаловать в новую серию, где сегодня я вместе со своими подписчиками будем проходить очень серьезный тест. Готов ли ты к такому испытанию? Если ты думаешь, что я говорю о том подписчике, который мне подсунул адскую флешку, или о той подписчице, которого мне название на телефон, ты ошибаешься. Нет! Другие подписчики, я имею в виду тебя, не еще остальных. Я нашел несколько опросов, которые мои подписчики создавали про меня же. Насколько хорошо ты знаешь Эдисона? У меня 6 пальцев на ноге. У меня одно яичко. Одно ампутировали в детстве. У меня вставная челюсть. И на левой груди нет соска. И вообще я в детстве был женщиной. До того, как стал собакой. А еще я не ношу трусы. Потому что вместо трусов я ношу там носок. И мылся я последний раз в 2004 году. Тогда же и зубы чистил последний раз. Правда ли все это? Или ложь? Я не знаю, это мы выясним в этой серии. Там, конечно, была ложь, а может и нет, но скорее всего ложь. И как раз таки, ребята, сегодня я нашел тесты, которые для меня составляли мои же подписчики. И я сам буду выяснять, насколько хорошо я знаю себя. Короче, ставь лайкусик вверх, не будь ленивой строкотанцей, как я каждый раз в каждой серии говорю. И если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что выйдет следующая серия. И также до следующей серии ты можешь составить для меня какие-то прикольные такие тесты, отметить меня в моем инстаграме, и также можешь на меня подписаться, потому что я там лайкаю своих подписчиков, кто на меня подписан. И если до следующей серии я найду еще какие-то прикольные тесты, которые для меня составили вы, я обещаю, просто слово свое даю, то что я их пройду, поэтому отмечай меня в инстаграме на тестах, а мы приступаем! Насколько хорошо ты знаешь своего друга Эдисона? Но, мне кажется, никто не ожидал то, что сам Эдисон будет проходить тест, насколько хорошо ты знаешь Эдисона. Даже я, Эдисон, не ожидал то, что я буду проходить тест от Эдисона, который проходит Эдисон, который насколько хорошо проходит тест от Эдисона и насколько он отлично знает Эдисона. Фу, чуть башка не взорвалась. Введите свое имя. Ну, я должен быть же не Эдисоном, поэтому я веду Эдичка. Начать тест. Хорошо, приступаем. Что Эдисон считает более важным? Положение в обществе, власть, деньги, дружбу или любовь. Как говорят, друзей на сиськи не меняют, но друзей у меня толком не осталось. А если я скажу то, что я считаю у кого-то другого важнее, нежели любовь, то на меня моя девушка обидится. Не обижайся, пожалуйста. Поэтому я скажу положение в обществе. Да! Ну, конечно, подписчики, вы же для меня самые важные. Вот это самый легкий вопрос, который, наверное, существует на этой планете. Сколько чашек кофе или чая Эдисон выпивает в день? Ну, я всегда много раз вам повторял то, что я пью максимум 2 кружки кофе в день. И пью примерно так же 2 кружки чая в день, поэтому 1-4. Да! 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 Я пока что очень хорошо знаю Эдисона. Ну, себя же. Что Эдисон любит больше? iPhone и... У меня iPhone, значит iPhone. iPhone. Эдисон хочет, чтобы его жена, муж... Не надо мужей. Жена была красивой или умной? Ну, красивая это круто, но если она тебя вообще не понимает, и если она тупая, как просто бревно, ну это нехорошее отношение получится. А чтобы пошпилевилькаться несколько раз, ну да, красивая, ну... Нет, я бы выбрал умную. Умная. Ну ты, Катя, не, только не говорите, Катя. Катя, ты если что, и умная, и красивая, если смотришь этот ролик. Я никого обидеть не хотел. Куда бы Эдисон хотел отправиться со своим другой-подругой? Париж, Бали, Нью-Йорк, Венеция, Багамские острова, Кейптаун, Таиланд, бла-бла. Нет, я бы в Нью-Йорк отправился. Я всегда говорил, и, наверное, одна моя, еще одна мечта, я хочу побывать в Америке. Поэтому Нью-Йорк. Я это тоже уже много раз говорил. Да! Слушайте, 5 из 15 вопросов я пока ответил правильно. Я очень хорошо себя знаю. Да-да, не удивляйтесь. Вы также можете отвечать на эти вопросы в комментариях до того, как я на них отвечу, ставить на паузу и отвечать, и потом сравнивать вопросы, насколько вы хорошо меня знаете. Какой сериал Эдисон любит больше всего? О, господи помилуй, это будет сложно, ребят. Ходячие мертвецы люблю, но это такое себе. Обожаю теорию Большого Взрыва, просто обожаю этот сериал. Обожаю Во все тяжкие, обожаю Игру Престолов. Другие сериалы, которые тут написаны, я не смотрел. Обожаю просто Во все тяжкие, всем советую посмотреть этот сериал, но Игру Престолов также люблю. Но учитывая, что Во все тяжкие я смотрел уже очень давно, а Игру Престолов совсем недавно, и она мне прям очень сильно понравилась, очень сильно зацепила, я...
наверное, скажу «Игру престолов». Да! Что больше всего пьет Эдисон? Конечно, алкоголь, ёпты! Бухаю, каждый день с пацанами во дворе! Я за ЗОЖ, кто не знает. Кофе, конечно. От кофе бы тоже нужно уже отказаться, потому что, мне кажется, у меня сердечко остановится, если я столько много кофе буду пить. Какую еду Эдисон любит больше всего? Мне кажется, этот вопрос можно задать всем, поэтому напиши, пожалуйста, в комментах. Что ты больше любишь всего? Пиццу, бургеры, макароны, салаты, пасту или обычную еду? Я обожаю пиццу, но в последнее время я за правильное питание, ну потому что я не хочу быть жирничем, жирным как пельмень. Игорю, привет. Поэтому я выберу обычную еду. Я тоже уже много раз повторял то, что я за ПП, поэтому обычно еда... Твою мать! Надо было пиццу выбрать! Я же сказал пицца, а потом сказал обычная еда! Эдисон, ты дебил! Я знаю! Сложный вопрос! Слушайте, тут можно прям час рассуждать. KFC охрененные крылышки, но отвратная картошка фри. И отвратные бургеры, которые там вообще мне не нравятся. Бургер Кинг — самая охрененная картошка, которая только существует. Самые убогие бургеры, которые только есть, и больше ничего толком нет. Ну еще сырные медальоны тоже прикольные. Среднячок Макдональдс. Нормальные бургеры, нормальная картошечка и нормальные там куриные наггетсы. Баскин Робинс я не хожу, Сабвей не хожу, Макдональдс. Да! Напиши в комментах, что тебе больше нравится, KFC, Бургер Кинг или Макдональдс. Какое домашнее животное Эдисон хотел бы иметь? Но я уже много раз повторял то, что я обожаю собак, поэтому собачку, конечно. Да, я тут даже не удивляюсь. Если бы Эдисон встретил Джина, что бы он загадал? $1 000 000, красивую жену или красивого мужа? Красивый муж. Стать президентом страны? Неинтересно. Еще три желания, конечно, чтобы еще три желания были. Да, еще три желания. На что бы Эдисон потратил свое свободное время? Если бы у меня было это свободное время! На занятия в спортзале? Ну, я и так хожу туда почти каждый день. На сон? Нет. На шопинг? Сон, шопинг, плавание в бассейне — это не свободное время. Свободное время — это прочтение книги и просмотр фильма. Книги я также читаю, но в основном просмотр фильма. Да. На путешествия нет, потому что я сейчас уезжаю в Португалию, и чтобы мне туда поехать, мне нужно за 2 недели до этого хреначить ролики наперед. Поэтому никакой не отдых, не свободное время это. Что бы Эдисон выбрал? Изменить прошлое, увидеть будущее. Увидеть будущее — нет, я не хочу в будущее заглядывать. Изменить прошлое? Ну, некоторые косячки я... Хотя прошлое тоже ворошить не надо. На самом деле, я бы, наверное, не выбрал ни то, ни другое. Но давайте увидеть будущее, не знаю. Твою мать, изменить прошлое, а! Подписчики меня лучше знают, нежели я сам! Так, какую музыку больше всего слушает Эдисон? Песни о любви. Клубную музыку. Поп. Рок. Духовную, классическую. А где рэп? Все мои преданные подписчики знают то, что я слушаю Эминема. Это рэп. Где рэп? Какие песни, какие... Как... То есть ты думаешь, что я слушаю вот это? Ну, если выбирать со всего этого, то я, наверное, выберу рок. Легкий рок. Я люблю Линкин Парк, я люблю... Любил раньше Голливуд Undead, System of Down. Поэтому рок, наверное, если тут рэпа нет. Песни о любви, какие песни? То есть ты думаешь, что я фанат вот этого? Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня разлюбишь, то я в ответ. Ютю? Кто составлял этот тест? Ты думаешь, что... Что бы Эдисон хотел больше всего? Деньги, любовь, провести время с друзьями. Выберу любовь, чтобы Катя не обижалась про нее. Сегодня вообще ни одного вопроса не было. Любовь. Любовь. Количество правильных ответов 12 из 15. Слушайте, ну не так уж и плохо я себя знаю на самом деле. Первый тест я с вами прошел. Мне кажется, можно приступить еще к одному. Отличный способ, чтобы сблизиться с вами, чтобы вы как раз-таки больше обо мне узнали. Поэтому, как я сказал, если наберем много лайков, я обещаю то, что я сделаю продолжение. А сейчас мы приступаем еще к одному тесту. Так, сразу первый вопрос. Какая любимая марка автомобиля у Эдисона? Ага. Кто смотрит мой второй канал? Наверное, вот этот вопрос как раз-таки знают мои самые преданные подписчики. Потому что последний раз, когда я ездил в Португалию, я там арендовал машину BMW. Как раз-таки я в своем влоге говорил то, что моя любимая машина BMW. Поэтому, наверное, как раз-таки какой-то самый преданный подписчик мой составлял вот этот тест. Поэтому я скажу BMW.
Да, все верно. Эдисон ревнивый. О, господи. Ну, скорее всего, нет, чем да. Да, конечно, бывают такие случаи, но... И это очень редко. Поэтому я скажу нет. Надеюсь, это правда. Да, нет. Ну, все мы немножко где-то в глубине души ревнивые. Нельзя быть просто бессердечной тварью по отношению к кому-то другому человеку. Но, скорее всего, нет. Не такой ревнивый, чтобы прям ревновать кого-то там каждому столбу. Какой чай любит Эдисон? Зеленый, красный, белый? Я даже не знаю то, что есть красный, белый чай. Черный? Я говорил то, что я зеленый не люблю, черный. Да, все верно! В жизни Эдисон не может обойтись без... Без друзей, без соцсетей, без... Без игр, конечно! Без игр! Майнкрафт моя жизнь! Жизнь! Держит ли Эдисон слово? В каждом ролике это говорю, то, что Эдисон никогда не бросает слова на ветер. Если поставишь лайк прямо сейчас, набираем 25 тысяч лайков, сразу же уходит новая серия. Я это каждую серию повторяю, поэтому да, я держу свое слово. Все верно. В детстве Эдисон медленно закрывал холодильник, чтобы увидеть, как потухнет свет. Но мне кажется, это каждый человек на этой планете делал. Мне кажется, ты тоже так делал. Если ты не делал, то ты, наверное, не с нашей планеты, но я да. Я закрывал двери, да. Чтоб... Закрываешь дверь, ага, свет в холодильнике потух, а можно дальше полностью закрыть. Развлечение такое у нас в детстве было. Чего Эдисон боится больше всего? Клоунов? Стоматологов! Просто стоматологи, это, наверное, самое ужасное, что может существовать. Вообще, проблемы с зубами, это самое ужасное, что может существовать. Вот это... Фу, аж трясет! Напиши, пожалуйста, в комментах, чего ты больше всего боишься, но я боюсь не то, что стоматологов, я боюсь проблем с зубами. Я боюсь лечить зубы, потому что это боль адская. Любит ли Эдисон маленьких детей? Да, обожает, конечно, но на самом... Нет, я их... Не то, что я их боюсь, я... Меня бесит, когда ты идешь где-то по метро, по магазу, и какой-то маленький... Орёт так, что у тебя сейчас просто барабанные перепонки лопнут. А его мать идет такая... Заткнись! Подзатыльник такой... Заткнись! А он еще больше... Мама, ты чё мне... Ненавижу. Фу. Проверить ответы, проверяем ответы. Опять 12 из 15, то есть я себя знаю на 12 и ответов из 15. Ну, слушайте, мне кажется, не так уж и плохо, но могло быть лучше, конечно. В принципе, мне кажется, на этом уже можно закончить. Два теста мы прошли, и в двух тестах 12 из 15 ответов. Не так уж и плохо. Если хочешь продолжение, ты можешь также придумать такие тесты и отметить меня на этих тестах ссылочками в Инстаграме. Я тебе, кстати, на эти отметки поставлю лайкусик, поэтому также подписывайся на меня. Ставь лайкусик, я тебе скажу за это огромное спасибо, так же, как в нашем тесте был вопрос... Кидает ли Эдисон слова на ветер? Конечно же не кидает. Если мы наберем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что я выпущу продолжение. Поэтому все и все зависит только от тебя. Подписывайся на канал, чтобы никогда не пропускать новые ролики и стримы. Я скажу тебе еще раз огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.